Рация, где вас раздели? Это анекдот. Когда Василий Иванович зовет Петьку, говорит, там белые захватили станцию, у них там бронепоезд стоит, на бронепоезде рация, надо срочно вот пойти захватить что-то. Рация на транзисторах или на полупроводниках? Петька, для особо тупых объясняю, рация на бронепоезде. Значит, друзья, добрый вечер. У нас сегодня такое замечательное событие, по крайней мере, вот на моей памяти, четвертая уже или пятая выставки Яны Черевань. Ее работы, которые многие из вас уже имели честь посмотреть. Вот еще я знаю, что у Яны есть замечательные подделки, всякие разные. Да, но по техническим причинам как бы здесь все разместить. Очень сложно, да, но опять же таки у Яны есть группа ВКонтакте, есть информация, которую можно получить, собственно, у нее, пока вы здесь. При желании там все эти вещи, я так понимаю, можно приобретать, можно смотреть на выставки. Вот. И что еще интереснее, я вообще еще год назад не знал, что она художник и дизайнер, я знал, что она музыкант, клавишница группы Рустам Канума. Вот, оказывается, она еще и художник и дизайнер. Вот так вот общаешься с человеком там год, два, три, открываешь. И ко всем его недостаткам. Да, он еще... а он еще и художник. Ну да елки ж, мало тебе было вот это вот еще тут. Вот. Но так получается, что действительно у нас как бы много всяких талантов. Грани, Ян, ты о себе что-нибудь скажешь о том, какая ты гениальная? Нет, о себе будет нескромно, я просто скажу два слова вообще о выставке, когда вообще все началось, собственно, спонтанно. Можно сказать, меня взяли на понт. Рустам сказал, а слабо тебе скопировать Берцлея? Вот давай, ты будешь приходить на репетицию, вешать один рисунок на стену. И вот это вылилось в массу копий Берцлея, а потом, трансформировав знания, которые я получила, можно сказать, от копирования его работ, они вылились в мои работы. То есть уже с явно выраженным авторским стилем. Конечно, да. То есть все то, что я приобрела полезного, там точности разной линии и все такое, я это показала уже в свою. Надеюсь, что показала. Хорошо. Все, друзья, спасибо. Мы еще раз поздравим Яну с открытием этой выставки. Поздравим. Я, собственно, Ян, я тогда еще два слова о себе немножко. Я, собственно, стихи начинал писать точно так же. Мне тоже там в 10 лет сказали, там, а попробуй что-нибудь. Я уже начинал что-то писать. Вот, потом тоже так набивал руку, ногу, голову там и все остальное. Пока наконец-то не получился какой-то что-то там узнаваемое а-ля Ковальчук. Вот, Рустам постоянно кидает ссылки, вот где мы выступаем вместе, он бросает стихотворение, уже визитная карточка. Могила – ложь, бессилие – не верю. Но кем твоя допишется строка? Кому подвластен, ангелу ли? Зверю, твой вечный дух, прошедший сквозь века. Что этой жизнью сможешь приумножить, отчаяние сердца соскребя? Никто тебя не сможет уничтожить, покуда сам не вычеркнешь себя. Ну вот это, наверное, лейтмотив, то есть каждый из нас по-своему верит в себя, и каждый из нас по-своему пытается себя реализовать. Потому вот мне лично гораздо интереснее личности такие более гармоничные, чем гениальные, но в чем-то одном. Вот гениальный физик, он, наверное, классный мужик, наверное. Не знаю. Вот. Но вот когда человек и пишет, и рисует, и танцует, тут и песни поет, и сам что-то аранжирует, вот как-то интересно. Ну, в принципе, оно все об одном. Вот, все об одном. Вот. Я хочу прочесть несколько стихов вначале. Мы будем тут чередоваться. Ваш покорный слуга Виталий Ковальчук и группа Рустам Канума. Вот с Рустамом мы знакомы уже столько, сколько они живут, поэтому не раз уже выступали вместе. Вариант сценария. Вы же не знаете, как пишется сценарий. Это отдельная песня. Те, кто выступали сами, те знают, догадываются. Ну, где-то по такому же принципу. А несколько вещей в начале, чтобы показать, наверное, мое отношение к творчеству и к тому, что каким боком, собственно, мы сами к нему причастны. Вот вещь, которая когда-то была написана в адрес дочери, она тоже очень любит рисовать. Надо ее как-то на твою выставку притащить. Конечно. Сейчас ей уже 7 лет, тогда это было года 4, наверное. От суеты не так уж много толку. Остановить бы в праздник этот бег. Вчера мы с дочкой рисовали елку. А как мы нарисуем белый снег? В ее вопросе искренним и смелым огромный мир безудержно вставал. Вот где проблема. Белое на белом. А мы сантехник, премия, провал. Конечно, нужно и домой пораньше, и свеженькой капусты на салат. Но где-то там, в моем уже вчерашнем, я точно так же был когда-то рад, когда искал и сомневался снова, еще не веря в то, что я поэт.
Я находил чарующее слово, как дочь моя сейчас находит цвет. А после жизнь вошла в меня по венам. Заботы, беды, страсти, кутерьма. Я разучился. Белое на белом. И не ответил дочке. Пусть сама. А дочь ответом смелым, небывалым уже готовит к вечности прыжок. Она его нарисовала алым. Так, можно? Можно. Это твой снежок. Ну, честно говоря, я вот к самому процессу творчества отношусь очень серьезно. А вот к своему личному как-то так немножко иронично, не знаю. Застрял где-то там в каких-то других временах. Машет фортуна игривым хвостом. Да не ухватишь, несется по краю. Я оставляю дела на потом. В общем, куда-то я их оставляю. Вижу, как критик согнулся в дугу. Правильно, мол, не куда-то, а где-то. Критику я отвечаю, угу, и оставляю его без ответа. Зрительный зал, замирание сердец, каждое слово все чище и проще. Я оставляю из лавра венец. Лавры давно мне приятнее в роще. Слышу, поют за окном петухи. Вот не поэты, а слушать приятно. Я оставляю кому-то стихи, их все равно публикуют бесплатно. Веря во что-то, кого-то любя, молча присяду на тихой аллее. Я оставляю кому-то себя, может, другому я буду нужнее. Спасибо. Ну, раз уж упомянул, есть Есть сборники, которые можно приобрести. У меня при себе есть несколько экземпляров. Желающие могут подойти, посмотреть, при желании приобрести. Но мы же тоже должны как-то кушать, поэтому. Конечно. Кстати, вот так вспомнилось. Мы очень часто грешим на то, что вокруг нас какие-то там проблемы, несуразицы всякие. То есть вот на творчество постоянно что-то влияет. Да? Ну, то есть что-то нам постоянно мешает. Я однажды подумал, наверное, есть какое-то влияние. Наверное, что-то там вот политика, экономика. Но если относиться к этому чересчур серьезно, можно действительно поехать мозгами. Я однажды попробовал посмотреть на это немножко по-другому. Ну, получилась вот такая вещь. В нашей жизни неполадок просто масса. А вы знаете, откуда весь бардак? Мы, наверное, не так читали Маркса. А уж поняли, тем более не так. Мы в стране на этом Марксе облысели, воздвигая коммунизму пьедестал. А жена моя читает, как бестселлер, этот самый пресловутый «Капитал». Думал я, какой у женщины умишка? Оказалось, ум у бабы непростой. Мне она такое выдала про книжку, что я понял, Маркс покруче, чем Толстой. Там сюжет, ну как у Чейза, застрелиться. Нужно только вникнуть в этот поворот. Пролетарий дико хочет похмелиться, а хозяин ему, падла, не дает. Вот из этого и вышла вся интрига. В этом творческого гения прогресс. Тот, кто пашет, у того в кармане фига, а хозяин покупает Мерседес. Тот, кто пашет, он всю жизнь свою мытарил. Ну а что он приобрел за все года? Грыжу, цепи и, конечно, пролетарий дорог нам, как символ рабского труда. Я уже не заикаюсь про зарплату, тут вовсю его накрыл буржуйский строй. А поскольку похмелиться это свято, пролетарий положительный герой. Ну а тот, который ездит на Тойоте или как ее? Ну, в общем, все равно. И этот гад-капиталист, как вы поймете, по сюжету, разумеется, дерьмо. Гад-буржуйка крикнет «Ну-ка, возрази мне!» и, конечно, выгребает свой урок. Ну и экшен за винтовку и на зимний. Но про это в «Капитале» между строк. И откуда социальные мотивы? Вся идея проще писка комара. Надо вовремя отстегивать на пиво, так как жадность не доводит до добра. Спасибо. Ну еще одно стихотворение, я потом уступлю место нашим музыкантам. Вот точно так же, как вот у Яны есть живопись, да, вот у меня есть слово. Не просто вот там поэзия, там стихи, еще что-то. Вот что-то более глубокое, чем просто какое-то вербальное творчество, какой-то сакральный смысл. Вот. Особенно мне интересно было в этом отношении следить, как развивается язык моей дочки. Очень интересно, много с ней об этом говорили. Ну вот, собственно, стихотворение на эту тему. Иногда переводят «Хоббита» полурослик. Вроде правильно, но теряется прелесть шотландских сел. Дочь моя козла называет ласково. Козлик. Может, просто не может выговорить? Козел. Я пытаюсь ей объяснить, что стоит за словами. К слову, хоббит, мой ребенок уже привык. А вот то, что козлы всегда остаются козлами, почему-то не поворачивается сказать язык. Я знаю, что дочка в животных души не чает, потому я робко и бережно
приоткрываю секрет. Слово означает то, что оно означает, но лишь постигнув суть, постигаешь предмет. Я не знаю, какими все это выйдет углами, но по-отцовски верится, что это не будет зря. И она поймет, в чем разница между козликами и козлами. Но главное, что разница эта за пределами словаря. Спасибо большое. Группа «Рустам Калымов». Хочу объяснить кое-что, ну, может, кого-нибудь волнует техническая сторона. Мы барабаны с клавиш запустили, потому что, ну, здесь, если мы их поставим, мы всех оглушим. Вот, поэтому вот так немножко по-другому звучит.
Янов все знают. Меня, наверное, знают 5 человек, здесь точно знают. Да, меня зовут Рустам. Это Владимир Сердюк, наш новый барабанщик. Да, и мы ему тоже аплодируем, потому что он класс. Профессионал. Потому что кайфово играет. Вот. Насчет слов. На прошлой выставке у Яны мне бабушка Яна, она сказала, что Рустаму лучше не говорит, пусть он лучше поет. Вот пусть Ковальчук лучше говорит. Вот. Так что я лучше будем играть лучше. Thank you.
и сорвала крышу совсем. К тому же еще призналась любви, стал сумасшедшим я. А потом разбила мне сердце, сказала, мы просто друзья. Все, что произошло между нами, мое дело теперь к вам не лезло. Как мы можем быть просто друзьями, только помогая, как выбирать. Выключи его нафиг, она скучна. Thank you.
открыв едва лишь свои глаза, вместившие весь мир, ты несколько минут соображаешь, в какой сегодня ты из двух квартир. И даже запах кофе не разбудит, пока звучит вопрос из темноты. Так кто же рядом? Кто тебя так любит? Или же тот, кого так любишь ты? Потом, конечно, милый, с добрым утром, не выспалась. Что значит почему? Я буду нежным, добрым, даже мудрым. Но знать бы, что ты говоришь ему, когда вот так же из-под одеяла ты думаешь, ага, сегодня он. Неужто то же самое? Немало. Неужто тем же голосом? Резон? А может, все же мне чуть-чуть теплее, и в голосе чуть больше огонька, чуть-чуть приятней поцелуй на шее, чуть-чуть нежнее на лице рука. А после кофе, стоя у порога, я говорю с неловкостью, ты говоришь с неловкостью стыда. Сегодня буду дома. Ради Бога. Домой, понятно. Но домой куда? А я молчу. И как психолог-профи я шлю проклятие эдакой судьбе, чей дом, где ты завариваешь кофе, или где кофе подают тебе. И столько чувств мгновенно поражают при мысли, что расходятся пути. Так где твой дом, где ждут и провожают, или же там, где не дают уйти. Я хочу прочесть еще одну лирическую вещь. У меня просто такая особенность интересная. Я не могу очень долго быть серьезным. Времени мало, хочется показать всего побольше. Ну вот взял такую лирическую ноту, значит, ее уже надо дожать. Я тебя никогда. Многоточие. Что это значит? Никогда не предам, не прощу или не позабуду. Многоточие смысла, и каждый читает иначе. Разночтение значений, и не обратишься к Талмуду. Без тебя не смогу. И опять же, прочтение двояко. Умереть или выжить, а может быть то и другое. И покуда наш разум толкует семантику знака, никогда не прочтется ни Бог, ни капричес упойе. Я с тобою всегда допускаю прочтение любое, потому что читать многоточие должен не разум, потому что всегда, потому что опять же с тобою. И не важно, что каждый прочтет о своем и о разном. Мне уже не суметь. И пускай прочитается просить невозможностью в принципе, так как давно уж не 20. И не важно, чего не суметь, позабыть или бросить, раствориться во снах или в памяти вечно остаться. Я тебя все равно. И пускай покачнутся планеты и наполнятся смыслами космоса звездные ночи, я тебя все равно. И откуда берутся поэты? И куда растворяются в сонме своих многоточий? Я знаю, что завтра повалит снег. Давление сменится наверняка. Венозной крови незримый бег уже пульсирует у виска. А у синоптиков свой расклад. У них сломался большой прибор, а им не платят давно зарплат, а их начальник отпетый вор. Они не смотрят в свою тетрадь, они по глобе берут свой тон, они готовы давно списать на кару божью любой циклон. Да кто там помнит, в каком году чего достигли разливы рек, пока синоптик дудит в дуду. Я знаю, что завтра повалит снег. И как бы не было хорошо в осенней слякоти плыть, резвясь, он будет «Здравствуйте, я пришел», он будет «Господи, что за грязь!» И на бездонность осенних луж наляжет полчищем белых ос, он будет щедрым, как первый муж, и как последний пойдет всерьез. И с транспарантами впереди одни другим заорут «Ага!» И даже те, кто вещал дожди, вздохнут и скажут «Ну да, снега». И словно зная такой расклад, седое небо рванет вовсю, и не помогут ни сват, ни брат от Никарагуа до Хансю. А чтоб погоде ей хоть грози, хоть умоляй, не удержишь бег. И пусть пока мы еще в грязи, я знаю, что завтра повалит снег. И пусть расскажут по новостям, что кто-то в небе взломал табу, а он засыплет ко всем чертям бетон и газовую трубу. Как будто бы кто-то сказал «пора», как будто бы кто-то сказал «вперед». И ни коллайдера, ни двора он не забудет, не обменет. И пусть не увидишь вокруг врага, и пусть это будет не пуля в лоб, но каждой эпохе свои снега.
а там уже дальше пожар, потоп. И если в горле застынет стих, и если небо сожмет края, и если кто-то из нас двоих, то пусть уже лучше он, чем я. Ты оглянешься, и ни следа. Ты запоешь, и замерзнет звук. И в антологии никогда не будет вписана Ковальчук. И даже эта моя строка умрет за подписью «Имя рек». Но люди выживут. А пока я знаю, что завтра повалит снег. Ну, на концертах не всегда покупают там книжки, диски, альбомы, там еще чего-то там. А кушать же что-то надо. Я хочу показать вам одну вещь. Я ее очень редко читаю, просто хочется показать. Что такое профессиональная поэтическая халтура? Ловит меня один режиссер, замечательная женщина, говорит, проходит фестиваль добровольных юных пожарных. Я режиссирую там выступление одной команды, какой-то школы. Я говорю, что ты от меня хочешь? Я ж не... Им нужно написать визитку. Я говорю, я не могу писать. Я... Она говорит, а я могу, я режиссер там, ого, а я вот это вот школьников режиссирую. Так, и называет сколько? Могу. Я редко берусь за халтуры, потому что я всегда стараюсь их сделать качественно и добросовестно. Но без души это сделать невозможно. Ну, получилось. Показываю, значит, чисто профессиональная халтура. Добровольная, юная, пожарная, какой-то там смотр, что-то там у них происходит. Я горжусь этой халтурой, потому что они выиграли у себя на районе, поехали в Киев. Но как это делать? Значит, у них по концепции был дом, который построил ДЮП. Добровольная, юная, пожарная. У них просто был вот этот вот макет дома, и они к нему все привязывали. Ну, из чего было, и слепили из того, что было. Эй, кто это там, прилагая старания, возводит надежное, прочное здание? Да это же наше с тобою творение. А мы вам расскажем, у каждого дома свое назначение, а мы вам расскажем о том, что умеем. Сомнения будут, сомнения развеем. Вопросы ответим, проблемы поможем, чтоб каждый поверил, вы можете тоже. Освоим наставников мудрых уроки, прислушайтесь к нам и не будьте так строги. Это я на всякий случай написал, чтобы если по тексту будут придирки, я же тут написано, не будут так строги. Это как бы сразу такое. Это тоже технические ходы. И где бы ни случилась какая беда, помочь вам сумеет во всем и всегда в доме, который построил ДЮП. Картину знакомую посмотрите. Положит, бывало, уставший родитель, порой небрежно, порой по привычке, на видное место ненужные спички. И детская вдруг, такой фильм ужасов, детская вдруг потянулась рука в надежде добыть и себе огонька. Оно же красиво, когда его много, а мы уже видим, и сразу тревога в доме, который построил 300 гривен 2010 года. В доме, который построил ДЮП. Вы уже поняли, какой вопрос, да? Весна на дворе, и пора ли дохода, и новая сразу у ДЮПа завода. Забота, увидишь у краешка льда малыша, и сразу же в пятки уходит душа. Ну, маленький, представляете же его такого. Я не знаю, у них там был шкет какой-то там, ну, они, по-моему, 15-16 лет. И был такой мелкий, он этого малыша играл. Я это видел. И сразу же в пятки уходит душа, весной обманчивы серые льды, успеть помешать далеко ль до беды. А мне так хотелось на льдине к медведям. Это как бы он такое рассказывает. А что, не доплыл бы я даже к соседям? Задача понятна, возьмем ребятишек и пусть об опасностях водных услышат в доме, который построил ДЮП. Но есть в нашем доме еще сторона. Ну, это школьная же тема, да, то есть надо как-то учебный процесс включать, да? Которая сразу же всем не видна. И та сторона – это наша учеба, чтоб в нужное время увидеть все в оба, чтоб руку надежно суметь протянуть, придется пройти тренировочный путь. Ну как одеваешь ты противогаз? Это диалог такой у них. Не смейся, я пробую третий лишь раз. О противогазе речь. А ты 25-й, конечно, ты лучший. Не бойся, помогут, поддержат, научат в доме, который построил ДЮП. А знали ли вы, а ведь это так просто, что дружба не просто хорошее чувство. Тут я уже халтурить начал, уже ближе к концу. Вот. Еще и название фестиваля, и мы там с командою побывали. Победа досталась, старались не зря. А тут я включаю лирическую нотку. А помнишь, какая на море заря? Вообще горжусь этим местом. Вот я имею в виду текст. Конечно, нам весело было с тобою. Это типа мальчик-девочка. Там, ну, не в команде были мальчики-девочки. Как они там в противогазах бегали, не знаю. Вот. Это уже не моя, это режиссер, я текст. Вот. Конечно, весело. Но помню при этом всегда и другое. Это они на берегу моря вспоминают там, да? Но помню при этом всегда и другое. Про это приходится помнить всегда, какую тревожной бывает. Бывает вода. В разгаре веселья, в толпе суеты и даже на отдыхе помни, что ты из дома, который построил ДЮП. Разные в мире бывают дома.
где-то добавят немного ума, где-то помогут выбрать свой путь, где-то захочется вам отдохнуть. Где-то отложишь дела на потом, мы же построили общий наш дом с фундаментом знания, с надежной крышей, он с каждым кирпичиком выше и выше, и если уж строить, так пусть на века, и стены надежны, как друга рука, воспитательный момент, безусловно, дружбой же дорожить надо. Покуда поддержка и помощь жива, давай соберемся не раз и не два в доме, который построил Дюк. 300 гривен цены 2010 года. Эксклюзивный вариант. Творение мира. Оживленный прах. Но звезды. Но земля. Но атмосфера. Но переплюнуть собственный размах. У Бога драйв. Ваяет Люцифера. Господь бессмертен, а творить старо. И этот мир творения не первый. Господь искал. Клонировал ребро. Причем все время получалось стерва. Потом Господь кричал «Я с вас дам», все разрушал, а после строил снова. Но только 18-й Адам ничем не отличался от 8-го. И что-то шло неправильно, вразрез, не наступало истинного момента. И вдруг, как озарение с небес, так мне же не хватает оппонента. И началось. И словно свет пролит на Бога, на Творца и на Поэта. Какой Адам? Какая там Лилит? А ты попробуй сотвори вот это. Конечно, можно верить, жить, любя, но нет конфликта, значит нет прогресса. А ты попробуй переплюнь себя из части Бога, создавая беса. И среди толщ миров и атмосфер родился тот, кто пальцы сжал до хруста, а в нем рождались Ницше и Бодлер, а в нем рождались Кант и Заратустра. И вот оно, творение, торжество, отец огня, язычества, металла, он создал совесть, так как до него альтернативы не существовало. И он ворвался огненной стеной в пророка, в музыканта и в поэта, пока еще не ставший сатаной, пока еще несущий море света, и было все легко и по плечу. И дрожь волной по телу разольется, и первая идея. Жить хочу. И первые слова. Я вижу солнце. Вот так и я создал в своих стихах какой-то образ в непонятной роли, но мой герой, изживший боль и страх, похоже, ускользнул из-под контроля. Кого из нас казнят? За чьи грехи? Угрюмый демон смотрит из-под лобья. Поэт, как бог, творит свои стихи, что на его же высекут над гробью. И так, чтобы опять же более плавно завершить вот этот свой блог, еще одна вещь. Тоже вот оттуда-оттуда-то там, из древних времен. Мы ушли из рая в час рассвета, ничего с собой не захватив. Разве что бутылку амаретто, банку шпротов и аперитив. Есть из банки было неохота. Я сказал, давай захватим нож. Хоть стакан, хоть бритву, но хоть что-то. Ты в ответ, всего не унесешь. А кругом косметика, помада, мебель ввысь, ковры, паласы вширь. Боже мой, кому все это надо? Кроме нас на свете ни души. Я опять шепчу тебе на ушко, мы в раю, а там повсюду ад. Хоть кровать, хоть стул, хоть раскладушку. Нам же дети наши не простят. Ты в ответ, а разве наши дети будут верить в рая волшебство? Мы ушли из рая на рассвете, не забрав оттуда ничего. Спасибо! Мама.
будешь ты обмануть ей, а после разоришься. Она давно живет на свете, но знает, что ей надо. Она не девушка уже давно, она не своя мада. Она зовет себе дару на дно, среди опавших листьев. Thank you.
И она не хочет без бокала играть. У кого-нибудь есть водка? Я подарю тебе цветы, да просто
тело мое свое подаришь. Твои хитрые глаза снова останется свет. Ты останешься такой же красивой, и никто не узнает. Дела не хочу, я прыгнул в окно и попал к врачу. А когда стукнет тебе 90, я сыграю тебе на гитаре. Я подарю тебе цветы, не просто тело свое подаришь. Твои хитрые глаза снова останется свет. Ты останешься такой же красивой. Яна рисует и на клавишах играет, она еще и поет. Так что давай. Такое сооружение опасное. Да. Thank you.
Мой друг художник и поэт. Дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь, тех, кто всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль. Дождь всегда. Звук
скрипки все живое, скрытое в тебе разбудят, если ты еще не слишком пьян. А несчастный и счастливый, а добрее и злее, а лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Устала скрип, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах. И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр, словно бы старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве среди людского шума. Уловимо. А несчастных и счастливых, а добре и зле, а лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. И счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Спасибо. Мне кажется, что я уже привык не задавать из праздности вопросов. В саду копался сгорбленный старик, а по тропе навстречу шел философ. Остановился, поглядел вокруг и в позе снисходительно надменной спросил: «А вот скажи-ка мне, мой друг, что по себе оставишь во вселенной?» Старик в ответ: «Да вот, сажаю сад». Философ: «Подружись-ка лучше с книгой. Ты видишь, птицы в облаках парят, а ты в земле копаешься с мотыгой. Все это бренность, то есть суета. Сад зарастет травой, как наши кости, а птицы, понимаешь, неспроста». Избив с кустов росу ударом трости, ушел философ что-то постигать, или уже постигший все на свете. Старик мотыгу в руки взял опять и прошептал кустам: «Растите, дети». 100 лет прошло. Меняли мы не раз за это время веру и идею. Опять весна настала, знойный час, и я в саду сажаю орхидею. А мне навстречу по аллее рос, как будто бы по вечности нетленный философ. И знакомый мне вопрос: что по себе оставишь во вселенной? Стоит надменно книгу теребя, а нет бы, попросил стаканчик чаю. Я узнаю в философе себя и улыбаюсь, и не отвечаю. Спасибо. Вот мне было бы интересно, что бы сказал Никольский, если бы сейчас послушал эти песни, так, а-ля типа там 20-30 лет спустя. Я не знаю, мы там не для истории творим, мы просто делаем то, что нам нравится, мы делаем это с удовольствием. Поэтому еще раз спасибо огромное всем, кто сегодня пришел. Нам действительно очень приятно, что нам удалось сделать такую, ну, достаточно емкую для 1,5 часов концертную программу. Надеемся, не последний раз. Еще раз спасибо всем, кто выступал сегодня, спасибо зрителям и спасибо этому замечательному дому. Спасибо. Владимир Сердюк, Рустам Канума и я. Я дочерью.